Коренным жителям Севера в этом году не будут выдавать разрешения на ловлю рыбы. С 3 апреля вступает в силу соответствующее положение приказа Минсельхоза. Оно регламентирует деятельность Федерального агентства по рыболовству и его территориальных управлений по принятию решения о ловле рыбы. К данным основаниям будут относиться, в первую очередь, это регистрация по месту осуществления традиционного природопользования. Дело в том, что регистрация у нас привязана в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации к определенным муниципальным образованиям города, вернее, Магаданской области, в которые в этот перечень мест федеральный не вошли город Магадан и еще ряд муниципальных образований. На сегодняшний день территориальное управление Росрыболовства не вправе удовлетворить заявки на выдачу решений для представителей КМНС, которые проживают в Магадане. К числу ограничений относится и национальность. Заявки на осуществление рыболовства представители КМНС подали в прошлом году по старым правилам. Росрыболовство взяло в рассмотрение все заявки, которые были поданы. Но решение по ним организация примет уже по новым правилам. Этот вопрос обсуждался на совете при губернаторе Магаданской области. Сергей Носов дал поручение этот вопрос проработать и рассмотреть возможность инициирования внесения в федеральное законодательство необходимых изменений. По нашим подсчетам, лишены права на ведение традиционной хозяйственной деятельности в Магаданской области будут это порядка 43-45% всего аборигенного населения Магаданской области, то есть почти половина. Очень обеспокоены этим действием федеральных органов власти. Вот. Вместе с тем, до вступления в силу этого нормативного правового акта, этих нормативных правовых актов, мы уведомили губернатора Магаданской области об этой ситуации. Вот, уведомили председателя Магаданской областной думы Сергея Васильевича Абрамова. Значит, уведомили мы, поставили известность и уже соответствующее обращение подготовили и направили в адрес члена Совета Федерации, президента Российской ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. По мнению представителей КМНС, Магаданской области необходимо срочно вносить изменения в федеральное законодательство, разработать новое постановление правительства России, регламентирующее четкое соблюдение прав и гарантий малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Активисты коренных народов находятся в тесном взаимодействии с правительством Колымы, правоохранительными органами, департаментом рыбного хозяйства и управлением Росрыболовства по Магаданской области. Уже вырабатываются меры, направленные на разрешение сложившейся ситуации.